Привет. Я снимаю новый влог, как и просили. Обветрила губы пипец. Стоит только выйти на улицу, и уже вот такая вот ерунда. Да-да, все удивляются, как же так? Ты же сидишь дома с малым. Как ты можешь обветривать губы и так далее? Ну, так и случается. Значит, сегодня у меня по плану собрать посылку. И отправлю, прошу мужа, чтобы он ее отправил сестренке на день рождения. И едем по делам, кстати, в одном пособии, да, как он сейчас называется, мне отказали. Это вот это единовременное, мне отказали, так как в беременность я вступила неофициально работающей, я работала до беременности, но неофициально. А получается, вступила в беременность неработающей, и вся беременность я не работала. И вот получается, что я не могу получить единовременную выплату. Получается, только на мужа, но у нас там загвоздка у него с начальством, начальник не заболел, он упал, что сломал, в общем, он не может. Короче, полная жопа, я не знаю, получим ли мы эти деньги, а деньги очень нужны. Ну, то, естественно, с маленьким ребенком деньги очень нужны. Потому что памперсы стоят просто... Это пипец. Например, вместе мы должны были пройти врачи, таких невролог, хирург, ортопед. Мы их не прошли, потому что не было талончиков. Она мне сказала, медсестра, что она мне позвонит в феврале. Февраль идет, она мне не звонит. И, соответственно, я делаю вывод, что мне нужно бежать, самой идти, проходить оплатно этих врачей, потому что еще окулист. А учитывая, что в роддоме нам сказали, что у нас слезный канал никакой-то там не работает на каком-то глазе, мне нужно бежать, я все жду-жду, может, мне нужно какие-то капли капать дитю, а я этого не делаю, жду-жду, когда мне талончики дадут. Нифига она не звонит, поэтому все, поедем. Что такое? Видите, как всегда, кот. Все, поехали. Собираю посылку. Да-да. Собираю посылку. Значит, что я буду отправлять? Вот такой Avon Instinct парфюм. Нет. Ой, не могу открыть. Вот. Такая здесь красивая. Вот. Упаковочка. Так. Вот я открывать не буду, потому что просто показываю, что... Вот. Потом Far Away. Такой легендарный аромат на любителя. Ну, мне, в принципе, он тоже нравится. Но во время беременности, конечно... был не это, как сказать, не... Кстати, я очень люблю такого рода вот миниатюрки, здесь 30 мл. Не стоит долго, не застаивается. Классно вообще. Так, дальше ну, там туалетная вода лежит из новинок, но она вообще мне не понравилась. Мне лично. Все вот это вот мне нравится. Вот это тоже нормальный. Тут это не очень, как бы, Имари. Леван Имари. Туалетная вода, это вот так, то есть это же как бы маме моей, вот, так, пена для бритья успокаивающая папе, потом для завивки ресниц, вот эта штука, ну, тоже доставать не буду, здесь вот она лежит, я хотела в конкурсе сначала разыграть, а им отправлю, сами пусть разберутся, это для завивки ресниц от Avon, на русском сейчас. Неважно, ну, те, кто Avon знает, он знал, что они знают, что там было. Значит, Faberlic гель для блеск для губ в оттенке 44,98. Такой. Блеск для губ. Потом блеск для губ от Avon. По-моему, нет. Да, от Avon. Ну, здесь я вообще не знаю. Здесь, вот 524 номер. Вот такой он блеск для губ. Потом блеск для губ от Avon. Темный такой. Berry Plush. Я блесками для губ не пользуюсь. Карандаш для... Черный карандаш. Потом пробник от Chanel. Господи. Вот такой. Дальше. Туалетная вода. Что-то.
которая мне не понравилась. Еще нету. Ага, дальше. Этот, маска для лица с маслом оливы. Скраб для ног с маслом макадамии. Дальше. Это я заклеила, чтобы, ну, оно отклеивается, не помогает. Это средство для ножных ваночек с маслом макадамии от серии Footworks. То есть вот они две одинаковые. Дальше тоже серия Planet Spa. Очищающее средство для лица с экстрактом белого чая и скраб для лица. Дальше. Лак для ногтей. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну что, какие завтра планы? Это всем подписчикам скажешь. Я забыла. Блин, что снимаю. Жесть уже. Хотя, все, еще усну. Ой, еще и снимаю. Ужас, что я делаю? Надо это обрезать. Спрей для тела. Пион, короче, тут не на русском написано. Пассион, фруит какой-то. Я все на французском читаю. Флюитная. Соблазнительная маракуйя и пион, во. Если бы я на французском читала, то, видишь, я прочитала пассион фруит. Пассион. Не знаю, как на английском у вас там. Мятный шоколад, крем-гель для душа от Faberlic. Вот, и Le Petit Marseille, ванилька. Так, и тут у нас лежит, мой потом открою или не открою, не хочу доставать. Все, это надо пока убрать это. А это что, пироги? Да. Это нужное дело, это, короче, покупки с магазина Магнит, хлеб. Так, уже 100 лет не была в супермаркетах я, моя помада противогерпесная. Я не могу никуда толком выйти. Потом, значит, батон, блин, либо нарезной. Ну ладно, такой взял. Так, хлеба полным-полно. Так, значит, окорочка здесь, так понимаю, наверное, сколько? 2 или 3. Тут лежит. И вон еще окорочка. А что-то мне так прикольнуло их запекать в духовке. А огурчики. Ну, давно не ела, но попробую. Потому что я пучит от них дитя, но попробую один. Ну, хочется уж больно. 2 болгарских перца. Так, лесной бальзам, зубная паста, шалфей и алоэ вера. Так, оливки. Ой, блядь. Майонез мне нельзя. Ну, хрен его знает. Пепсиколу. Ну, это муж себе взял пепсиколу. Ну, как бы, может быть, газы выпустить и в яду хапнуть. Брусь, отойди. Дальше фарш. Вот он, фарш. Для болгарского перца. Это с макаронами делать. Потом опять оливки. Оливки, оливки. Так, яблочек уже для запекания, потому что просто так мне их есть нельзя. Это что такое? А, котлеты, зразы, что ли, какие-то? Люля-кебаб. Люля-кебаб, люля-кебаб. Так, потом вода Кубай, потому что... И 2 баночки лукашинские, икра баклажанова. Твою мать! Антон! А что ты баклажанную икру взял? Нет, ты написала какую? Давай кабачковую. Вот, вот, препарат, это БАД. Ну, они вообще, наверное, себе БАДами считаются, пробиотики. В общем, Real Life. Я его заказывала в аптеке. Вот он стоит еще такая вот цена. Ну, вы видите, в общем. Источник пробиотических лактобактерий. Вот они написаны. Написано вот здесь. Капельки. Вот такие вот делает Швейцария, Финляндия, хер поймешь, короче. Мы их пропили уже. Я этикетку оторвала, потому что я, чтобы мне было удобнее смотреть, ну, на свету, сколько там осталось. Не знаю, вон она. Потом капель осталась, вот так она была обклеена. 0+ для детей с рождения. Тут написано. Ну, не сфокусируется, но на упаковке-то оно, вот, в общем, видно. 0+.
Вот. Ну, на момент принятия какие-то эффекты были, в принципе, полегче было. Сейчас опять все вернулось на круги своя. В общем, все это, конечно. Не, ну бактерии давать надо было, потому что я же была на антибиотиках. Так что в роддоме. Так что все это. Все, теперь мы это выкидываем. Я вам показала, что вот можно такой препарат подавать тем, кто не знает. Ну, я тоже не знала, пока мне не посоветовали. Вот. Ну, а педиатр нам выписала Бифиформ Бэйби. Я купила вот это, тоже был заказан. Мы его подавали. Будем смотреть дальше. У нас еще штанишки прибавились, обновки. Да. Вот такие. С такой резинкой. Дома ходить. Мой, будь здоров, мой сладкий. Будь здоров. Вот эти, по-моему, покороче будут. Это вот сейчас надо носить. Но сейчас я их стирать буду. Вот такие. Они вот короче. Вот размер, интересно, какой. Ой, не будем застирать, пока я прочитаю. Не суть важно. Они того не стоят. Не фирменные же, ничего, ползунки просто. И вот такого же, по-моему, подстроили. Или он того размера. А, вот эти белые, светлые, белые, как... Вот эти... Ой, голубые или зеленые, это все. Все, стираем.